Японский футболист Рюджиро Уэйда установил новый мировой рекорд. Во время одного из матчей чемпионата страны игрок забил гол головой почти с 60 метров. Вратарь соперника выбил мяч от своей штрафной. Уэйда отбил его головой обратно. Мяч перескочил через голкипера и оказался в сетке. При этом сам футболист, по его словам, и не ждал, что забьет. Он просто ударил по мячу и побежал обратно на свою позицию. Добавлю, что предыдущий рекорд принадлежал чемпионату Норвегии. Там был забит гол головой с расстояния около 57 метров.